Семена вязания Kiss Mix. Kiss Mix добавит пестроты в цветник с помощью ярко окрашенных расцветок. Это невысокое растение, до 25 см, образует прикорневую розетку с серо-зелеными перисторассеченными листьями. Цветки напоминают по внешнему виду крупную ромашку, но с желтыми, оранжевыми, красными и кремовыми лепестками. В нижней части они окрашены в темно-коричневый цвет, что создает контраст с ярко-желтой серединой. С середины лета на них одновременно раскрываются до 15 крупных соцветий корзинок диаметром 7 см. Растение нетребовательно к почве. Вязание Kiss Mix – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок. Вязание прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. В качестве места выращивания вязания прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает вязание Kiss Mix в месяц июнь-август. Интересные цветы вязания могут быть до 7 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.